прошлом уроке мы переустановили Кандинского и выяснили, что у нас пропал сайт. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В этом уроке мы будем искать пропавший сайт, поэтому все, кто устанавливает Кандинского на чистый WordPress, могут уже к нам присоединиться. Дальше действия по восстановлению сайта и разработке с нуля одинаковы. За исключением того, что при переустановке у владельцев сайта в админке будет два кандинских. Вот старый в данный момент активированный, версия 1.14, а вот новый. Вот таким вот образом вы его можете активировать. А версия 2.0. У меня бета, у вас, я надеюсь, уже стабильная. Переходим на сайт. Да, лучше бы мы сюда не переходили. Грустно. Но продлится это недолго. Поехали. Итак, главная страница — это просто страница. В прежнем Кандинском она состояла из блоков, которые менялись в глобальных настройках, и вид блоков был предустановлен с возможностью минимальной подстройки цветов. При этом страница главная формально была пустой. Теперь все изменилось, и вид главной настраивается на самой главной странице. Но Кандинский не оставил вас один на один с WordPress, а вынес все блоки, которые вам могут понадобиться, в отдельную категорию. Вообще этот курс у нас ускоренный, я буду рассказывать только о Кандинском и о работе с WordPress буду упоминать по касательной. Поэтому крайне рекомендую вам посмотреть еще курс по работе в административной панели WordPress. Ссылка в описании. Изучив оба курса, вы будете с WordPress и Кандинским на «ты», а значит сможете творить на своем сайте чудеса. Итак, возвращаемся на главную. Он предлагает нажать слэш, чтобы выбрать блок. Но тут собраны основные блоки WordPress, а нас интересуют специфические блоки Кандинского. Поэтому лучше нажать вот на этот плюсик. Тут уже все блоки WordPress, предустановлены и те, что вы загрузили сами. А вот эти, например, я загружал из открытого источника. И вот набор блоков Кандинского. Лейка, обложка. Ну давайте с обложки и начнем. Просто нажали, она вставилась. Тут настройки. То есть вот настройки страницы, всей страницы, а вот настройки выделенного блока. У нас есть заголовок, мы верим, это вот это. Соответственно, мы берем. Кстати, вот хитрость номер раз. Я активировал старую тему Кандинского, открыл главную страницу и не закрывал ее в браузере. Потом активировал новую тему Кандинского и теперь могу просто копировать и вставлять информацию со старого сайта. То есть Ctrl-C, Ctrl-V. Скопировали, вставили. Контент. Копировали, вставили. И у нас еще есть рекомендации, но это пока оставим. Далее у нас есть фоновое изображение. Удалить фоновое изображение, добавить фоновое изображение. Так, у нас была вот такая фотка, выбрать, вот, уже похоже на то, что было. Так, теперь что касается настройки блока здесь. У нас сейчас стоит по ширине содержимого, то есть вот мы обновили страницу и на сайте главное у нас выглядит вот так. По ширине предполагаемой страницы. Не дело. Возвращаемся, блок и ставим во всю ширину. Обновляем и теперь... А вот, теперь совсем уже похоже на то, что было. Очень некрасиво выглядит теперь слово «главное» и вот эти вот красные фоны. Но это мы сейчас уберем. И рекомендации нам тут совсем не нужны. Можете написать какую-нибудь рекомендацию, например, зайдите на какую-нибудь страницу, но мы ее просто уберем. Если оставить поле пустым, пропадет и текст, и плашка. Так, теперь надо убрать вот это вот дурацкое слово «главное». Убирается она уже в странице, а не в настройке блока. Тип шапки страницы. Тут нужно выбрать «Known». Обновляем. В админке она не пропадет, зато на сайте ее не будет. Кстати, пока я делал этот скринкаст, Кандинский обновился. Вот нам сообщают, что есть обновление, и вот так его можно обновить. Можно поставить, кстати, автоматическое обновление. И теперь это делается еще проще, переключением вот этого тумблера. А вернемся к старому новому Кандинскому и разберемся с красными фонами. Это рудимент, оставшийся от прежнего сайта. Я его перенес с помощью экспорта настроек. По логике это должно было восстановить все прежние красоты. Но у меня тут было все неправильно и криво, и это дало такой эффект. Устраняется он только в глобальных настройках, а именно настроить, глобальные и тут шрифты и цвета. В следующих видео мы немного коснемся глобальных настроек, а пока расскажу только про фон страниц. Вот мы его поменяли на белый, и красные границы исчезли. Страница стала белой. Не забывайте опубликовывать изменения. Все. В
целом мы вернули шапку на страницу, немного изменили ее по структуре. Дальше следующий блок. Можно добавлять его вот этим плюсиком, ну то есть он встанет ниже. А вот обложка, которую мы поставили, призыв к действию, главный блок. Не знаю, по какому принципу он назван главным, наверное, он просто самый большой. И о проекте. На старом сайте у нас следом за шапкой шел блок о проекте. Восстановим структуру. Вот такая красота. Я думаю, понятно, да? Заголовок, текст и, скажем, колонка 1. Заголовок, текст, ссылки и адрес ссылки. Это левая колонка «Кто мы?». Соответственно, текст ссылки – это узнаете о нашей работе. А адрес ссылки – то, куда она ведет. Давайте мы на этом сегодня остановимся. В принципе, можно было бы на этом вообще остановиться с блоками. Они все оформляются по аналогии, но так как это главное, что изменилось в новом Кандинском, я все-таки покажу еще пару примеров оформления. А также расскажу о том, зачем было лес городить с введением блочной системы и не оставить все как было. И почему Кандинский на блоках — это Кандинский 2.0.